У нас планы на ближайший год, они понятны. Это подготовка к основному старту 16-го года, Олимпиада в Рио. У нас вообще расширенный состав. Олимпийская сборная вошла 244 спортсмена в Московской области. Естественно, сейчас будем их сопровождать. Организовываем для них учебно-тренировочные сборы, получаем лицензии олимпийские. Конечно же, мы надеемся на то, что большинство наших спортсменов не пойдет в основном. Конечно, сейчас достаточно тяжелая экономическая ситуация, но в Московской области это никак не отразится в части финансирования спортивных школ. Олимпийский резерв полностью программу, которую мы основали, подготовить спортивную оставляем. Уменьшение количества школ мы не планируем, этого не допустим. Если там ведутся параллели, это очевидно, на территории для спортшколы тоже для нас со стабильной. Сейчас будем смотреть на проведение наших основных стартов, это чемпионат женщин до 19 лет, девушек. Пройдет у нас Чехов в июле, сейчас также будет заниматься подготовкой там чемпионата, на выходе. Один из основных приоритетов нашей работы также на рамках оптимизации численности, о чем говорит наш президент и наш губернатор, еще пройдет. Мы сократили свыше 15% сотрудников государственных чиновников Министерства спорта Московской области. Для нас тоже очень серьезный шаг, но качество работы не пострадает. Мы будем грамотно воспринимать функционал, который существовал. Реализовывают его через подробности организации. Вводятся другие стандарты спортивной подготовки. Это тоже надо получить нашу компетенцию. Вся система выставлена стандарты, которые сейчас. Конечно же, основной старт 2018, чемпионат мира для нас это очень важное мероприятие. У нас 12 будет расположено 20 команд. Мы в этом году запускаем разработку презентации. Общий объем финансирования на миллионов, достаточно большие деньги. В этом году мы потратим после 20 миллионов на разработку проектной документации, предстоящей базы. И благодаря требованиям ФИФА, это натуральная зона, это 500 мест трибун, это хороший тест-центр, общие душевые, освещение. Конечно же, в каждой базе должен быть заключен соглашение с гостиничным комплексом, на компанию «Матч Accommodation», поэтому мы тоже сейчас работаем, потому что услуги достаточно серьезные, мы будем выполнить деньги чемпионата. Комитет мы создали, я знаю, что губернатор говорит о том, что Московская область уделяет очень большое внимание старту 17 лет. Скажите, какие у вас впечатления? Идти на камеру уже. Давай. Какие впечатления от «Спорт-аккорд»? Какие у вас планы на спорт-аккорд, может быть? Спорт-аккорд — это хорошая площадка, где встречаются представители спорта, всех федераций, представители исполнительных органов власти, которые занимаются непосредственно проведением. И, конечно же, те поставщики работ услуг и спортивной индустрии, которые существуют в мире. Очень отрадно, что площадка проходит здесь, в России. И мы можем посмотреть на все достижения области спорта здесь, в Сочи, приехать сюда. И что-то подчеркнуть для себя, очень хорошая площадка сейчас была. Спортивные наследия, когда показывается на примерах, как используются те объекты инфраструктуры, которые остаются в Сочи,